Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Селянина. С момента последнего включения прошло 18 дней, можно сказать 3 недели. Сейчас покажу, какие изменения произошли на участке, да и вообще. Начнем, пожалуй, отсюда. Как видите, сейчас идет дождик, трава ударилась в рост, все зарастает, а триммер находится на ремонте. Жду запчастей для карбюратора, поставлю новый карбюратор на триммер, и в принципе можно будет косить. Придет запчасть через неделю, поэтому пока все на паузе, все покосили, а у меня вот такие вот заросли. Здесь выведена у меня вода на улицу через бревна. Подсоединил ПНД трубу. Идет. И вот туда, до стогов сена. Там у меня установлена у яблони бочка и выведен шланг. В принципе, пока сейчас занимаюсь другими делами, но нужно будет делать забор вот отсюда и вот до того столбика соседского. Здесь будет калитка. Сетку уже прикупил, сейчас покажу. Но профиля пока не прикупил ни на столбы, ни на перекладины. Сетка у меня здесь стоит, ее пока в темноте не видно. Вынесу на свет, покажу. Вот такая вот небольшая сетка, 120 сантиметров. В принципе, если от земли поднять немножко, то будет вполне такой заборчик для зонирования. Высокий-то и не надо. А между участками моим соседским там будет тоже повыше, где-то сантиметров 150-180. Насчет огородных дел, можно сказать, уже все посажено, все приделано. Потихоньку все равно занимаемся. Всякие разные поливы, прополки. Вот здесь у меня клубника, Виктория. Чесночок стоит уже, такой бодренький. Здесь был посев фацелии. Половина пакета была не схожая, поэтому пришлось все промотыжить, прополоть. А вот отсюда уже идет хороший такой посев, который успешно взошел и будет радовать пчелок. Вот сама фацелия стоит. Сейчас пойдем подальше, покажу там посеян до сюда. Дальше семян не хватило. Здесь уже спахал землю под всякое разное. Под грядки, морковь, свекла. Здесь лучок, на той стороне тоже лучок. А вот и бочка с водопроводом, про который я говорил. Вот так вот доходит сюда от дома ПНД-труба. Через вот такой ПНД-шный соединитель 25-й на полипропиленовую трубу. Все герметично, ничего не течет. Здесь вот такой вот кран. А дальше уже армированный спиральный шланг, которым я бурил скважину, сюда пригодился. Здесь спускается труба, и вот так вот вода бежит. Здесь вот тоже посадки, а дальше идет поле с картошкой, как в том году было посажено, столько же по площади. На посадку ушло посадочного материала ровно 4 ведра. Да, трава, конечно, быстро растет. Меня тут несколько дней не было. Я приехал, сразу заметил прирост травы. Пчелки у меня там подальше, на задах. В принципе, работают себе спокойненько. А здесь пустые улики стоят. Вот такой вот пока что мини-обзор участка. По делам пока особо дел никаких нет. В основном подработки, колымы. Кстати, в одном из предыдущих видео как-то мы занимались постройкой скворечников. Так вот, вот в этом скворечнике уже заселились и даже вывелись птенцы. Вечерами можно слышать, как они там пищат.
скворцы большие их кормят, скоро будут летать, первый облет у них. А там уже и на поля полетят откармливаться. Так, что еще сказать? Насчет покоса сказал, то что через неделю примерно придет запчасть для триммера, карбюратор. Установлю его и приступим к покосу участка. Насчет строек. Стройки пока у меня все на паузе. Сейчас пока собираю, зарабатываю средства для дальнейшего этапа. Доски есть, цемент, песок есть. Время уходит на подработки. Как будет немного свободнее, приступим сначала к постройке забора, зонирования отсюда ко двору. И от двора уже к тому забору. На той стороне будет ворота для проезда транспорта. Где-то примерно 3,5-4 метра. Ну а здесь метровая калитка будет для проезда тачки и прохода с участка. Так как я захожу именно здесь. Кстати, я еще собирал ловушки на пчел. Установил где-то 15 мая. Пока результатов нет, так как роевой сезон еще только собирается быть в конце мая, в начале июня. Но пускай стоят уже установленные ловушки. Установил где-то 7 штук. И нужно бы еще сконструировать еще пяточек. Для этого привез вот такие вот широкие доски. Где-то по 1,5 метра. 1,70 метра. Всякие разные. Поуже, пошире. Напилить в размер. И можно сделать из них хорошие добротные ловушки. Они намного легче, чем ДСП, но чуть потяжелее будут, чем ловушки из ДВП или фанеры. На этом пока все. Заходите на канал с коротким видео, подписывайтесь, смотрите. Там новости выходят регулярно и как можно быстрее. Здесь немного с задержкой выходит видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч, друзья.